такие места, которые обязательно нужно посетить, хотя бы потому, что они вам расскажут об Одессе намного лучше любого гида. К таким местам определенно относится ресторан «Вилла Отрада». Богатейшая история, уникальная архитектура и великолепная кухня. Каждый настоящий одессит нежно любит свой город, и наш долг этой любовью делиться. В золотой век строительства Одессы здесь, на побережье Черного моря, турецкий купец Николай Халайджоглу построил небольшую дачу по соседству с дачей графа Ланжерона и назвал ее «Вилла Отрада». Вокруг уже было множество дач, но именно на эту дачу «Вилла Отрада» приезжали знаменитые люди Одессы того времени. Среди них был и Пушкин, и князья Вяземские, и многие другие. Возможно, секрет такой популярности «Виллы Отрада» был в личности хозяина или в удивительной энергетике и красоте этого места, но, скорее всего, и в том, и в другом. Вилла Отрада – это маленький уютный уголок нашего города, города Одессы. Недавно ему исполнилось 200 лет, и мы праздновали этот юбилей. Дух захватывает, когда мы думаем и произносим вслух легендарные имена наших земляков. Граф Ланжерон, граф Воронцов, князья Вяземские, князья Гагарины, Пушкин, Елизавета Воронцова. Все эти имена так или иначе были связаны с Виллой Отрада. И сейчас Вилла Отрада – это не просто ресторан, это место, где мы храним и приумножаем традиции, славные традиции нашего города. Двери ресторана «Вилла Отрада» всегда открыты для всех, и жителей города, и гостей города. Приходите, мы вам будем всегда рады. Банкетные залы «Вилла Отрада» – еще одна гордость ресторана. Основной зал выполнен в пастельных тонах и идеален для создания особой торжественной обстановки. VIP-зал ресторана «Вилла Отрада» – это гармония роскоши и уюта. Здесь, в кругу семьи и близких друзей, вы можете отдохнуть так, как когда-то это делали лучшие из лучших, люди, благодаря которым состоялась наша Одесса. Сейчас, в данный момент, у нас обновляется банкетное меню, поэтому в связи с этим мы проводим дегустации и приглашаем всех наших постоянных гостей и тех, кто еще у нас не был, поучаствовать в создании меню, поучаствовать в дегустациях, это абсолютно бесплатно. Вот. Мы очень хотим слышать ваше мнение о новых блюдах, о том, понравилось вам, не понравилось, или что бы еще хотелось привнести лично вам. Мы хотим, чтобы наши гости чувствовали себя как дома, еще немножечко лучше и комфортнее. Дегустация банкетных блюд проводится лично шеф-поваром в неформальной обстановке, в непосредственном общении с гостями. На сегодняшний день у нас проводится акция при заказе банкета от 10 человек и более, а фуршет в подарок. Ретро-зал – еще одна изюминка ресторана. Он выполнен в старинном стиле, сочетающем в себе различные элементы эпохи «Жемчужины у моря». Бываем здесь часто, у вас замечательное заведение, просто потрясающее, кухня бесподобная, обслуживание бесподобное. Какие блюда здесь в основном самые любимые? Что-то есть уже? Рыба. Самое? Рыба. Рыба. Семга. Самая любимая. Самое любимое. Особенно нравится этот ресторан в летнее время, в теплое, когда можно сидеть на берегу и наслаждаться прекрасным видом у моря, смотреть на прекрасный пляж и море, и думать, что ты где-то в французской ривьере или на юге Италии. Серьезно, так получается. В общем, очень большое спасибо персоналу. Это отдельное спасибо. Великолепно все. Бываем здесь довольно-таки часто. Наслаждаемся каждым моментом пребывания. Одесса – город искушенных в отдыхе людей. Мы хотим все самое лучшее. И ресторан «Вилла Отрада» – яркий тому пример. До встречи здесь и на Одесса Fashion Channel.